Домашний порядок, давайте. Дорогие участники эстафетного затворения города Чебоксара, сегодня вы в четвертый раз будете штурмовать холодные воды, наши любимые могучие реки Волги. Не только... И давайте вместе помолимся, чтобы оно так и было, чтобы Волга нам не сопротивлялась, а покорялась. Ради Бог вас. Снова я приветствую. Действительно, поздравляю с таким замечательным событием, чтобы у вас было все хорошо, чтобы действительно Волга вам покорилась, а вам наисамых наилучших результатов. Всего вам наилучшего и хорошего старта. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляю главному специалисту городского комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта города Ульяновска. Дорогие друзья, разрешите от имени председателя комитета четвертый заплыв уже через реку Волгу. Сегодня у нас здесь присутствуют и гости, и ульяновцы. И хотелось бы вам пожелать всего самого хорошего. Молодцы! Вы плывете сегодня навстречу победы, великой победы, которой у нас 70 лет уже мы празднуем, отмечаем. И дай Бог вам всем здоровья, мир вашим домам, семьям. Президент Ассоциации свободного плавания Ульяновской области Вацина Владимира Владимировича. Дорогие друзья, сегодня действительно для нас очень большой праздник, это заплыв четвертый. Мы посвятили юбилею победы. Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы были дружны также. Я хочу еще раз поприветствовать команду Чебоксар. Спасибо большое, Татьяна. Я хочу представить Татьяну Александрову, чемпионку мира по свободному плаванию. Поэтому дай Бог, чтобы вы всегда видели. Дай вам успех, потом.
Как воду идет, поднимает руку. Давайте в бок. А Чебоксары? А поварите, вы подходите туда под струю. Чтобы спортсмены немножко окунулись уже в воду. Владимир Иванович, Саша. Так, банкет. В нас так не надо стрелять. В нас не попади. Опускается уже. Подожди. Да нет, везут. Да. Давай его немножко справа обгоним. Справа? Да.
Вот вернусь, не забудьте. Упер? Не забудьте вернуть. Им легче из воды будет укорашивать. Ногу закинул и пошел. Давай сюда. Валера, ты где плывешь-то? Нет, первый пролет какой? Ай! Ты себе силы оставь, чтобы все накатить. Ты записан, какой был? Ну давай, что ты? Давай, давай, все, ныряй. А то другим не хватит. Нормально. О, другое дело. С лестницы вообще супер. Команда
банке. Ладно, я зайду, возьму. Тебе Ирфан может позвонить, он должен прийти забрать кроссовки. Возможно. Звонят, я сказал. В случае, если подойдут, то уже нет. Что, по-моему, сзади был так? Можно вообще